Сайфиев, Россия, синий трико, и Гульхан, Турция, в красном трико. В первом периоде со счетом 1-0 выиграл Сайфиев, хотя был очень спорный балл. Кстати, двукратный олимпийский чемпион, видать, это его последняя олимпиада, и он очень собран, очень мудро проводит свои поединки. В лучшем случае, если наш Арсен Литинов выиграет у болгарского спортсмена, то за выход в финал, если Сайфиев выиграет все встречи, будет встречаться именно с Сайфиевым. Еще, да?